какой-то подъезд. А вот она стоит, наверное. Девочка меня ждет. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Доброго вечера. Привет, Кристин. А? Будем сегодня тут омыться. Блин, тепло. Раздевалочка. Вода кипит, кстати. Запотела. Сама печка топится. Тут варят кашу. Тут варят кашу. Да, собака. Собачка. И сушат сетки. Боже мой, какой запах от сеток приятный. Как же я обожаю. Красавица. Девочки. Умнички такие. Посмотрите, какая филолетовая умничка. Какая красавица. Грусть, тоска меня съедает. Архипа, будем с тобой сетки ставить. А? Будем с тобой сетки ставить. О, малыш какой-то рога когда-то скинул. Невозможно ничего снять. В бане просто жара. Все запотевает. Пока говорю, уже экран потеет. Ничего себе. Вот это я попарилась. Листиков-то нигде нет. Холодная вода уже сполоснулась. Хорошо тебе? Угу. Чай? Есть чашки? Да, чистые. Есть чашки. Блин, может в доме сбегать? Может взять любую сполоснуть. Я не знаю тут. Ой, точно, даже вода есть. Это же не моя баня. Что это? Ты прикинь, как просто можно затупить. Бывает? Так нафигачились с веником, что действительно можно затупить. Так спарилась, что аж в висках застучало. Даже аж это... кипяток. Даже аж это... Сердце колотится. Ну, не так колотится, как раньше колотилось. А колотится приятно. Метаболизм весь заработал. Иммунную систему сейчас все встрясет. Да, все это будет. Чем прикольно такие перепады? Температура тела, вот этого всего, холодное, горячее. Тем, что вы встряхиваете свою иммунную систему, заставляете кардио, нагрузка идет, кожа, пот, вот вырабатывается, все. Вы в жизни вы должны делать 3 вещи каждый день, писать, как и потеть обязательно. Если что-то вы не делаете, значит, вы живете неправильно. Что там за чай у тебя? Черный с сахаром. Тест такой. Без всего? Без никто? Не знаю. Я к нему уже привыкла, я его пью 100 лет, поэтому... Кстати, у нас тоже можно сделать чай. Чай? Я взяла уже в термос. Будешь кости грызть? Кости... Костегрыз. Вот. Садись давай. Горячий. Тут, кстати, мыши бегают. Ты... Клёво. Просто бегает. Под ногами им вообще как бы пофиг. Да, мне тоже пофиг. Пусть бегают. Сидишь, они ходят, как у себя дома. Пусть бегают. Мыши это хорошо. Просто. Что такое? На рыбалку хочется. Так-то у вас были планы не чай пить? Да, так-то мы хотели шампанское, но будем пить чай. На рыбалку хочется? Вот, пожалуйста, озеро рядом. Стекло уже на озере. А? Стекло уже на озере. Нет. Нет? А, блин, у нас лодку, наверное, уже убрали в этот. Убираешь? Подняли. Сегодня или завтра будут убирать. Или сегодня убрали, или завтра уберут. А завтра? Завтра что? Завтра мы делаем что? Не знаю. Никаких нет предположений. У меня завтра план есть, я тебе его сказала, но я не могу его озвучить. Не надо его озвучивать. Я уже забыла. Автомобиль. А. Все. Это корона. Это последствия. Я же тебе говорила, где прививку. Не буду ее делать. Ну, не делай. После прививки тоже люди тупеют. В смысле? Ну, с памятью плохо становится. Тебя-то это обошло стороной. Да. Хочу. Сейчас отпускные получу. Пойду лестницу нахерачусь. Я хочу сахара.
Ресницы? Да. А я перед Новым годом сделаю ресницы, когда к маме поеду. Я хочу теперь ходить с ресницами, чтобы я просыпалась, и королева уже с ресницами. Не, я перед Новым годом сделаю. Не хочу быть молью больше. Поеду в Новгород, сделаю ногти и ресницы. Давай я взяла с собой еще маски для лица всякие разные. Черная там есть, фаберликовская и блестящая какая-то. Давай сейчас сделаем. Давай. Я погоди. Я подумала, тебе будет интересно. Маски? Да. Не знаю. Маски. Я этим не занимаюсь. Я этими масками занимаюсь только на ночь, если мажу. Я вообще ничем лицо не мажу. Нет. Даже тонаком. Я люблю маски всякие. Даже кремом на ночь вообще ничем. Это колонят. В смысле? Ну это. Да потому что ты мне на 10 лет младше. У меня есть много чего, но я ничем не мажусь. Это потом, попозже, после 30 начнет там что-то, где-то что-то не устраивает. Вот смотри, есть. Что это такое? Гламурная блестящая, а там углевая, очищающая. Угольная. Углеводная. Угольная. Чем бы масса? Не знаю. Блестящая, я не знаю, в чем ее смысл. Искрящая. Для красоты, чтобы нафоткаться. Наверное, для этого ее делают. Маска детокс для лица с древесным углем. Это, наверное, вот как раз. Ты заметила, что в ТикТоке много людей, кто намажет себе маску на лицо и снимает видосы? Или фоткаются? Мне последнее время ТикТок некогда листать. Я сама что-то в нем редко сижу. Для лица и настроения. Ой, зарядка. Настроение. У меня все больше это. Ютуб сейчас. Ютуб и Инстаграм. Что, попробовать? О, нифига, она черная. А я не знаю, она как будет? Она это засыхает? Ты мне что, пленкой сниматься? Да. Не знаю, сейчас посмотрю. Не написано, что. Это тоже не знаешь? Для уставшей кожи. Ой, я так устала. А, тут просто обильно смыть водой. А тут дай. Тут что? Тут ничего. Тоже, наверное, просто обильно смыть водой. Просто-напросто. Просто так. Мимо проходил. Что-то я не знаю, не хочу этими масками мазать. Не хочешь, не мажься. Может, вот это? Маски водкой женщина, дело добровольное. О, она розовая, мой нелюбимый цвет. Она еще блескучая, слышишь? Не буду, говорит, масками мазаться и пошла мазаться. Блин, не хочу вот, что попадало. В эту зону будет щипать. Какая фигня. Мне напомнило это, знаете, что я в Крыму набирала грязь из озера Чокрак. Чокрак? Чокрак. Ну там такое соленое озеро. Крым омывают два океана, хотел сказать. Два моря. Азовское, черное. И вот между там, где Азовское море, есть поселок такой, Чокрак, по-моему, называется. Хочу, он такой. И там озеро такое соленое. Я себе сливу на лицо выдавила и размазала. И в нем, короче, грязь, и эта грязь типа целебная. Туда очень много людей приезжает, там все такие черные ходят. И я там тоже такая черная ходила. Шею я не буду очищать, шею, у меня все в порядке. Она у меня стоит уже, маска фитнес. Ну, не год, не два, конечно. Просто я ее мажу, второй раз пользуюсь. Плотным слоем, так тут надо весь тюбик тогда выдавить. Да вдави, чё? Будешь розовая. Ты слива лиловая, пьяная садовая. Спелая садовая. Спелая. Какая пьяная, я уже месяц не пила. Да. Я вообще не пью. Так редко, но метко. Пить это интересно, конечно. Да. Никогда не знаешь, чем закончится, поэтому лучше не надо. Мне почему-то в последнее время неинтересно. Разочаровался в алкоголе? Почему-то да. Есть такая фигня. Посмотрела на кое-каких людей. Ой, блядь. Больше не хочется. Даже рядом находиться. 15 лет насмотрела. Пьяные люди. Угу.
Обожаю запах сеток. Сразу рыбалки все вспоминаются, которые только были. Ну, нравится мне рыбалка. Что мне теперь делать? Так, с такой моськой сидим, это прикольно. Чай допили, сейчас пойдем попаримся. Это все смоем. Такое чувство, что у меня поранено лицо. Покажись. Нет. Нет? Ты просто под цвет полотенца своего встала. Угу. Ты себя волосами испачкаешься об мою маску. Волосы все равно мыть. Это будет классная фотка, я потом сделаю фотографию из этого момента. Знаешь, что хочется? Лимон. А мне лимон, наверное, нельзя. Наверное. Остыли хорошо. Рябушку. Можешь хвостики. Икры тут немного есть. Фиговая? Плотневая. Плотневая? Фиговая, блин. Тут, кстати, кое с кем вспоминали, как мы с тобой на лодке пошли на ту сторону озера, и у нас с тобой весло отломилось. Отломилось? С кем? Кое с кем. Угу. Видеоролик показала. А, в тот раз? Угу. И чё? Мне почему-то кажется, что... Вот я рассказываю все эти невероятные истории, которые с нами происходили. И недоверие идет. То есть не может... Типа мы сами весло сломали? Да нет, весло-то понятно, что оно само сломалось. Вообще, то есть я рассказываю историю какую-то, да, и я вот в глазах вижу какое-то вот, не знаю, сомнение, или просто человека плохо знаю еще. Сомнение, недоверие, кажется, что он вот не верит мне. То, что происходит. На самом деле, я потом беру, тык-тык-тык, показываю видосы, говорю, на самом деле было такое. Просто, наверное, еще... Просто люди перестали верить в людей. Все. Мне кажется, вообще просто женщина не занимается тем, чем мы занимаемся, поэтому так вот смотрит и не может понять, да ну нафиг. Ну да. Так-то. Да. Но... Пойти на казанке на другую сторону озера, поднимается ветер, начинаем говорить все против ветра, отламывается весло. Посередине озера. Посередине озера, а нас несет обратно, блин. Хорошо, что туда принесло, а не куда-нибудь в другое место. Да. Прикинь бы, волны большие поднялись. Все, до свидоски. Блин, куда-нибудь прибило бы далеко. Пришлось бы сидеть там. Да ничего, по берегу бы дошли. Лодку привязали, пошли по берегу. До кладбища. Да? А там домой, до Панова. Прикинь мне, в босоножках как бы я шла бы по лесу. Там тропинка везде. Где? Не видела там тропинок до кладбища. Поверь, там тропинка идет аж до этого. Там потом идет. Сначала ты идешь к кладбище, проходишь кладбище, болото. Где Бабкино? Да. Нет, нигде Бабкино. А вот вдоль Панова ты идешь. Ну. Вдоль Панова ты идешь, там получается. Ну, там заросшее все, там нет тропинки голой. Да я там ходила, в видеоролике там снимала. По этой тропинке идешь, ничего, переходишь в болото. И дальше вдоль Панова так и идешь. А потом там начинается вырубка. А болото как? Переплывать надо было? Да нет, просто в болотниках просто идешь, все по нему. Обычно. В болотниках, я там в босоножках была. Тогда было лето, было тепло, можно было босиком пройти. Короче, там напрямую выйдешь прямо на трассу, если вот туда идти с той стороны. Но нам надо было бы выйти только на Горбатый мост и все. Вот, и я просто говорю, что я... Мне... Ага, лодку бы оставили, мне потом голову подрубили. Так мы же ее привязали бы, куда бы она ушла? Ага. Ничего там не надо бы делать было. Кожа такая, правда, мягкая. Моя. Блин, где мой этот набор? Гринвея. Не знаю. Закажи новый, наверное. Я его потеряла. Ну что, пойдем еще попаримся? Пойдем. Пойдем, чтоб мне плохо было. Так, хорошо, что уж плохо.